Ну, война – это всегда 18-20-летние мальчишки. Но когда идет народная война и священная, это уже каждый, кто может держать оружие в руках. Да. Вы знаете, на самом деле, ну, когда здесь говорят о возможности мобилизации, такие попытки были и с той стороны, и с этой стороны. Ну, специфика в чем-то вот, Луганска и Донецка. Фактически оба региона поделены пополам. Специфика заключается в том, что тот регион, который контролирует украинские войска, то есть украинская часть, это в основном сельскохозяйственные регионы. Это порядка, ну там...